На неделю Тарас вновь превратился в центр высокой моды, встретив 11-й сезон Aspara Fashion Week. На мероприятии были представлены работы известных мировых деятелей индустрии моды, а также законодателей моды Казахстана. На неделе, организованной известным дизайнером более чем с 30-летним опытом, основоположником международного проекта Aspara Fashion Week и стиля неофольклор Айдархана Калиева, будут представлены работы около 35 дизайнеров из стран Европы и Азии. Подробнее об этом масштабном мероприятии смотрите далее в материале. На показе, который проходил на международном уровне, были приглашены специальные гости из России, Турции, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. Стоит отметить, показ в этом году проходил на высшем уровне. Заинтересовавшись культурой нашей страны, а также профессионализмом наших дизайнеров, они пригласили их поучаствовать в показе мод, проходящих в их странах. В этом проекте принимает свыше 35 дизайнеров 10 стран мира. И кроме того, здесь помимо дизайнеров еще сидят фэшн-блогеры иностранные. Также уже идет, мы организовали двухдневный тренинг от международной швейцарской компании USAID, которая является донором организации, и методическую помощь, также финансовую помощь начинающим дизайнерам и ремесленникам, как продвигать свою продукцию на мировое пространство. В ходе мероприятия казахстанские дизайнеры презентовали коллекции в стиле неофольклор. Неделя моды также подарила возможность продемонстрировать свои таланты местным ремесленникам и рукодельницам. На протяжении нескольких дней проходила выставка-ярмарка хендмейда. Среди представленных изделий можно было увидеть этническую одежду, вязаные головные уборы, национальную деревянную посуду, сувениры и многое другое. Ремесленники отмечают, что наши казахстанские бренды имеют широкий спрос за границей. Я сегодня впервые представила бренд «Медина Модница». В коллекции представила повседневную одежду в национальном стиле. Вот уже 11-й год подряд проходит показ мод. Нельзя не отметить, что такие мероприятия только способствуют развитию данной сферы в нашей стране. Есть уже немало достижений, ведь коллекции казахстанских брендов весьма конкурентоспособны на мировой арене. Асимжан Жузбаева, Руслан Сандыбаев, Айхан Ахпарат.